Как у тебя дела, Сана? Бабушка спрашивает. Нормально, офицерам пи***дали. А, вы? Они на нас собрались переводиться. Да не, я тут что, я рядом стоял. Смотрел просто, как пи***. Правильно, лучше быть свидетелем. Кого били, никого не били, блядь. Что видел? Я видел. Они сегодня ночью. Кто стреляет, то гранаты кидают. Офицеры? Ну, в нашу сторону. Ну, Вагнер, сына там, блядь, там воюет, сына. А я не собираюсь, ко мне не лезут. Ну, там воюют конкретно, там, блядь, гибнут они, нахуй. Ну, и эти потери... Но вагнеровские потери Министерство обороны не считает вообще, но... Я говорю, знаю прекрасно, мы их расстреливали. Но... Мы им танк и тигра взорвали. Пока не разобрали, танк? Что свои. Поляков сейчас сильно дохуя, вообще поляков дохуя. Что-то горят. Поляки, мех, всякое. 194 тысячи, Залужный сказал, сейчас у них это, воюют, ну, на передовой, блядь. Из них одна треть только хохлы, две трети, блядь, это иностранцы. Ну, то здесь тоже говорят, что, блядь, поляков стало сильно дохуя, блядь. И трупов стало больше, блядь. Вагнеровцы их вообще мочат, они поляков, блядь, что-то не это. На дух не переносят, блядь. Но поляки тоже вагнеровцев мочат. Там, на них и сейчас испытывают, блядь, американцы эти аппараты, препараты, чтобы ты боль не чувствовал, блядь. Ну, то есть вот, кайф был и боль не чувствовал. Блядь. Которые даже пацаны брать себе не стали, кто даже покуривает эту травку. Ну, а этих, они своих еще расстреливают, блядь. Если кто-то бежит, блядь, или сдаваться собрался, блядь, они прям выводят и расстреливают. Чьи поляки стали хохлов расстреливать, блядь. Ну, у нас не знаю, как это, у нас еще никто не убегал. Но заградотряды есть. Не, ну у них там это, свои заградотряды, у них там жестко, блядь.